и соратники. И сегодня давайте посмотрим на свет, на освещение буквально 200 лет назад, даже 150. За счет чего было вот это освещение? Московский Кремль, который постепенно сносит. Эльфиева башня. Но очень яркий свет. Экис горит в очень слабых электромагнитных полях и вибрациях, которые могут обеспечить что угодно, не говоря уже о таких махинах, как купола. А теперь давайте-ка повнимательнее посмотрим на Эйфелевую башню. Быстро ее очень построили, но дело не в этом. Посмотрите на конструкцию. Тоже купол-резонатор. Сигналы вибрации с земли поднимают очень-очень высоко. И смотрите на верх. Купол. Так и назвали купол. А почему он такой полукруглый, сферической формы? Что там было? Шарик с парами чего? Разные энергии, которые гуляют там до сих пор, поскольку большая высота, могут быть запечатлены фотоаппаратом. Поэтому нам запретили снимать Эйфелеву башню ночью. Но мне как-то пофиг.